Всем привет. Продолжим о пластинках. Игорь Николаев, Наташа Королева, «Русалка». Такая пластинка доходит где-то примерно до 1000 рублей. 700-500 рублей красная цена. Игорь Куприянов. Так пластиночка будет стоить, ну, до 1000, наверное, примерно. За месяц состояние. Ну, просит больше, но я думаю, нереально. Иосиф Кобзон, это такой двойничок, просит за нее 1000-1500, все зависит от состояния, стараюсь держать все в отличном состоянии, такая будет стоить 1000-1500, я уже сказал, повторюсь. Следующая у нас Ирина Аллегрова, у меня обычная пластинка, она стоит недорого. Где-то до 1000, может, 600-700 рублей. Иверия уже пореже. Вио старые ценятся. К сожалению, обложечка такая подмокшая была. Вот так цена у нее доходит, такой вот именно обложки, до 3-5, даже 1000 рублей. Примерно. Это Кучин новодел. Он недорогая, до сих пор в продаже, даже там новые продают, там можно, по-моему, за 1000 рублей купить. Такая пластинка. Игорь Тальков. Очень хороший альбом. Моя любовь. Цена у нее где-то 2-3 тысячи, хорошая пластинка. Можно дешевле, но лучше взять прям отличную, потому что песни здесь прям хорошие все. Тарков Россия, оно 500-600 рублей, многие просят 1000, ну, средняя цена 600-700 рублей. Игорь Лень здесь, цена у нее что-то где-то 500-1000, может подороже, ну примерно, так, не очень дорого. Звезда смерти Хоакина. Мулеты, господи, я забыл уже, как называется. Она недорогая, где-то 500 рублей стоит. Еще раз открою. Земфира. Земфира все новодельные издания. Это издание редко считается, потому что она идет с разворотом. Она запечатанная, такие вещи не распечатаю, как коллекционерный вариант для коллекции. Есть еще обычные, они, короче, обычные стоят 5-7, это просят что-то прям аж до 25 тысяч рублей за ее редкости. Звуки ему, транснадежность, ну, недорого, рублей 800 она будет стоить, примерно. Зарубежные исполнители поют песни, то, что она зеленая, поэтому ее... Она у меня есть, она недорогая, где-то рублей 500 может быть стоить. Такая вот пластиночка. Жанна Гузарова. Это пластинка, непонятная у нее цена, то можно за 100 рублей купить, а то можно и за 5000 рублей купить. Не понимаю, почему так. Вроде как бы считается редкая, но средней стоимостью это 1000 рублей, я думаю. Две это прям, ну вряд ли. Вообще многие могут. Многие покупают, не знаю зачем. Всем пока!